Этим видео со мной поделились французские коллеги. Это та самая остановка в Донецке и первые минуты после попадания. И что меня очень сильно беспокоит и немало расстраивает, то что ситуация с мирными жителями на Донбассе волнует французов, очень сильно волнует испанцев, немцев, итальянцев. Но не далее, чем сегодня, я опять начитался от своих собственных соотечественников о том, что все правильно делается, бомбите сильнее. Вы что, с ума сошли? Здравствуйте, меня зовут Александр Бонарье. Я президент гуманитарной ассоциации SOS Humanitaire в Франции. Я присутствовал при обстреле мирных жителей украинской армии 20 января 2015 года, а также помогал их погрузить в автобусы. Видео, которое вы увидите дальше, это я его снял, когда выбежал с машины. В дальнейшем мы помогли и эвакуировали раненых. Поэтому прошу меня не судить. Мы все сделали как надо. Мы вызвали скорую помощь и погрузили раненых, которые были транспортабельны. На видео вы видите, что я увидел всего лишь 4 раненых. В последующем мы обнаружили, что их было 6. Одна раненая смогла сама уйти. Мы погрузили 4 раненых в 2 автобуса, которые мы остановили самостоятельно, а также прибыла скорая помощь военная, и мы погрузили тяжелого нетранспортабельного. Вот что я хочу сказать. Спасибо. Là, ça vient d'être bombardé. On est toujours 20 janvier 2015. Et donc, il y a des blessés. Il y a sûrement des morts. Voilà. Вызываем, вызываем, вызываем. Вызываем, вызываем скорую. Валя, Илья, он блесы. Труа блесы. Кат блесы. Илья, кат блесы. Он апель дежаля. Ламбюланс. Илья рив. Валя. Le grade avec lequel ils ont bombardé, ça a été bombardé, et les gens sont là.